Приветствую вас, меня зовут Лилия Донскова. Я партнер компании Siberian Wellness, нахожусь в квалификации бизнес-профи. В этом видео я вам расскажу подробный маркетинг-план компании и покажу выгоды и преимущества, а также как быстро можно зарабатывать серьезные деньги для того, чтобы реализовать все свои мечты и планы. Итак, начнем немножечко с самой компании. Компания работает уже 27-й год на мировом рынке, родом из Сибири. Компанию очень любят и ценят более 60 стран по всему миру, где можно купить продукцию Siberian Wellness как в офлайн-магазинах, так и через интернет-магазин. Компания полного цикла. Это значит, что весь ассортимент, который включает в себя продукцию для здоровья, для красоты, уходовые средства, декоративная косметика, парфюмерия, компания полностью разрабатывает сама, собственное производство и собственное продвижение. Чем это выгодно для клиента, то что исключается подделка. Соответственно, мы можем полностью доверять продукции. Производство в цифрах, оно просто потрясает. Вы можете сами посмотреть на слайде. Это говорит о том, что продукция пользуется большим спросом. Но на самом деле, что сейчас важнее может быть для человека, как здоровье? Конечно, здоровье – это на первом месте. У компании эко-подход. А что важно, продукция не тестируется на животных, не содержит компонентов животного происхождения. И, конечно же, она безопасна и проверена. Вы можете присоединиться к компании и стать или бизнес-партнером, или привилегированным клиентом. И сейчас поподробнее разберем, в чем же преимущество регистрации таким или иным способом. Привилегированный клиент – это такой статус компании. Очень удобный вид регистрации для тех, кто пришел просто познакомиться с ассортиментом. И зачастую так бывает, что люди приходят сначала как клиенты, а потом, попробовав продукт, получив первые результаты, увидев, как здесь легко и просто зарабатывать, переходят бизнес-партнеры. Смотрите, как это работает. Первое. Клиенты получают кэшбэк до 15%. 5%, если заказ на 30 баллов, 10%, если заказ на 50 баллов и 15%, если заказ на 100 баллов. Вот здесь ниже вы можете посмотреть, сколько это в рублях, в белорусских рублях. Также вы можете стать участником клуба 200. Здесь выгода 663 белорусских рубля. То есть дается 6 сертификатов, я чуть попозже об этом расскажу, которые можно менять на продукцию. Также вы можете стать участником клуба постоянства, размещая заказы 6 месяцев подряд на 50 баллов. Имеете кэшбэк 10%, а на 7 месяц вы забираете любой подарок. У вас получится 2 подарка в год, если вы каждый месяц будете продолжать делать заказы. И получится суммарно 2 подарка выйдут на 198,6 белорусских рублей. То есть разделить напополам около 100 рублей. Также вы будете участвовать в еженедельных акциях, где предоставляется дополнительная скидка на наши любимые продукты, на хиты. Ассортимент очень большой. И скидка будет от 10 до 25%. И также экспертный контент. Вы можете быть участниками чатов, где с нами врачи, нутрициологи дают рекомендации по здоровью, по питанию. Это тоже очень выгодно и важно. Итак, привилегированный клиент, еще раз повторим, 5% получает, если заказ 30 баллов, это примерно 50 белорусских рублей, 10% при заказе от 50 баллов, это 82 рубля, и 15%, если заказ более 100 баллов, это 165 рублей. Стоимость 1 балла 1,73 белорусских рубля. И также про клуб постоянства. Вы можете еще раз посмотреть, что подарок вы можете выбрать любой. Это либо дорогой аромат, большой бокс витаминный или крем для лица. Все, что вы захотите. Один продукт, любой на свой вкус вы выбираете. Что такое клуб 200? Смотрите, у вас будет 6 сертификатов. Вступить в клуб 200 важно в первый месяц регистрации. Если вы во второй или в третий месяц сделаете 200 баллов,
вы уже не вступите в клуб 200. Важно, вот в первый месяц, когда вы заключили с компанией договор, да, ну то есть заполнили вот эту форму, оформили себе карту, и в этот же месяц вы делаете заказ на 200 баллов, то уже на следующий месяц вам выдается первый сертификат. Каждый сертификат стоит 27 рублей. Вы же получаете выгоды на 28 рублей первый месяц, второй месяц на 48, на третий на 73, потом на 98, на 173 и на 243. Суммарно 1188 рублей. Вы представляете, как это выгодно? Самое важное, вот что мне понравилось, нет здесь такого, что вот возьми только конкретно вот этот продукт, другой нельзя. Вы можете выбрать абсолютно что хотите, абсолютно любую продукцию, и на эту сумму может быть 1, 2, 3 продукта, а уже когда большой сертификат, то там можно взять, конечно, и что-то очень такое основательное, дорогое. Далее, обратите внимание, что в программе учитываются только личные покупки на официальном сайте и в магазинах Siberian Wellness. То есть ваши, через все покупки, которые проходят через ваш регистрационный номер. Далее, продолжаем. Про бизнес-партнеры поговорим. Это уже тема более денежная и интересная. Итак, бизнес-партнер – это такой статус компании. Регистрация бесплатная. У вас будет повышенный кэшбэк 25% от суммы личных покупок. И до 25% от суммы покупок ваших привилегированных клиентов. А что это такое? Если вы, например, предложили кому-то из своих знакомых оформить карту клиента, и человек делает покупки в магазине или через сайт, то вы получаете также процент от его покупок. Максимальный кэшбэк 25%. То есть вы получите разницу. Часть уходит клиенту, как мы выше говорили. Но я еще далее покажу вам примеры. Остальное вам. Далее вы получаете бонус наставника. Это тоже очень выгодный бонус. Вы также становитесь участником клуба 200. Участником клуба 1000 вы можете стать. Я про все подробнее расскажу. Участвуйте в рекрутинговых акциях. Получаете умные деньги за товарооборот вашей структуры, вашей команды. И, конечно же, бесплатное доступное обучение, очень профессиональное, прямо внутри компании. Так, продолжаем. Посмотрим поподробнее маркетинг. 1 балл – это равен 1,73 рубля. Откуда я взяла эту сумму? На самом деле балл может немножечко, да, быть разным, то есть цена балла может быть немножко отличаться, но средняя 1,73. Это также прослеживается по маркетинг-плану. Но на некоторые продукты бывает такое, что цена выше, а баллы меньше. Особенно это касается линейки спортивного питания. Там вы точно увидите, что балл будет стоить меньше, чем 1,73. Пример мы взяли из продукта «Северная Омега». Это очень популярный продукт, полезный, важный, нужный для всех. И вот вы видите, стоимость его 29,4 рубля, 17 баллов. Мы просто разделили и получили такую цифру. А вот при расчете дохода 1 балл будет считаться 0,55. Это я вам тоже чуть позже все покажу. Итак, если вы стали привилегированным клиентом и через какое-то время поняли, что вы хотите стать бизнес-партнером, что вам нравится эта компания, вы хотите здесь учиться и развивать свой бизнес, и зарабатывать дополнительные деньги или сделать это основным своим делом, тогда вам нужно будет в течение месяца разместить заказ на 200 бонусных баллов, и в бэк-офисе у вас появится такое предложение перейти в бизнес-партнеры. Вам нужно просто будет поставить галочку о смене статуса. Статус изменится, и кэшбэк тоже пересчитается на максимальный, на 25%. Бизнес-партнеру важно делать минимум 100 баллов. Запомните это. Если бизнес-партнер сделает меньше 100 баллов, то его переведут привилегированные клиенты. Вот здесь написано, то есть если менее 100 баллов по итогу месяца, то переведут в клиента. Либо можно это сделать по собственному желанию.
Далее, привилегированный клиент у нас также, напоминаю, переходит в бизнес-партнера. Это сделать легко и просто. Далее, для бизнес-партнера регистрация бесплатна, личный оборот минимум 100 баллов, расчетный период месяц, с 1 по последнее число месяца мы работаем. Просто объясняю об этом, это важно понимать, потому что есть некоторые компании, в которых период действует 2 или 3 недели по-разному. Поэтому здесь вы, да, будете понимать, что все просто. Один календарный месяц, никто не теряется, все понятно, с 1 по последнее число мы работаем, да, потом подводятся итоги, и с 1 числа нового месяца мы начинаем все сначала, да, организовывать товарообороты. И что мы с вами будем делать? Я вам сегодня покажу 9 видов дохода. Некоторые подробно разберем, некоторые так, поверхностно просто скажу, что они есть. Первое – это кэшбэк за личные покупки. Это тоже вид дохода, то есть здесь нет скидок, мы получаем только кэшбэк. Кэшбэк начисляется на следующий день после размещения заказа. Доход с личных клиентов, клуб 200, клуб 1000, бонус наставника, доход со структуры, дополнительные премии, автобонус и программа путешествий. Все считается отдельно и суммируется. Поэтому за одни и те же действия мы получаем 2 раза, а то и 3 раза выгоду. Первый вид дохода – кэшбэк за личные покупки. 25% нам начисляется. Например, вы разместили заказ на 165 рублей, вам вернется кэшбэк 41,25. Итого ЛТО составит 123,75 рубля. Представляете? Важно заметить, что вы можете оплачивать заказ, следующий заказ, начисленным кэшбэком до 90%. Это очень выгодно. То есть деньги, которые вы зарабатываете, вы можете частично выводить именно через оплату своих следующих заказов. Кэшбэк на личные покупки у партнеров со 100 баллов 25%. Если заказ менее 100 баллов, переводите привилегированные клиенты. А кэшбэк будет начислен уже меньше. От 30 до 49 баллов вы получите 5%. От 50 до 99 баллов 10%. Для чего я это вам объясняю? Бывает такое, что партнер делает первый свой заказ небольшой на 30 баллов. 25% вам не будет сразу начислено, хотя вы и бизнес-партнер. Потом вы делаете еще заказ, еще, это может быть несколько заказов или 2 всего. Как только в сумме заказов будет на 100 баллов, то вы сразу, вам пересчитают кэшбэк на 25% за весь период этого месяца. Если будет что-то непонятно, вы можете всегда задать вопросы вашему наставнику или в комментариях под видео. Итак, кэшбэк за личные покупки. Мы еще раз с вами, да, посмотрим пример. То есть со 100 баллов 25% сделали 165 рублей покупка, вам вернется 41,25 рублей. Сделали 259, вам вернется 64,75. Сделали 346, вам вернется 86,5. То есть, чтобы вы понимали, какие суммы вам ожидать уже на следующий день. Доход с клиентов первой линии. Это очень серьезная категория финансового потока, да, который к нам вливается в общую сумму заработка. И я вам напоминаю, что вы можете оформить карту клиента любому человеку в любом городе, в любой точке, где есть представительство компании Siberian Wellness. То есть вы не ограничиваетесь только своим городом, своей страной. Итак, оформили вы карту клиента. Если человек сделал покупку до 30 баллов, то вы получаете полный кэшбэк, потому что всего кэшбэк 25%. И здесь будет идти, да, деление. Часть клиентам, часть вам. Смотрите, если ваш клиент делает покупку на 30 баллов сам по своей карте, то ему вернется кэшбэк 5%, вам 20%. Если клиент делает на 50 баллов, то ему возвращается 10%, вам 15%. И, соответственно, если клиент делает 100 баллов и выше, ему возвращается 15%, а вам 10%. Пример. У вас 10 клиентов и оформили заказы до 30 баллов, ну, примерно на 500 рублей белорусских суммарно. Клиенты получают 0%, а вы получаете 125
белорусских рублей. То есть полный процент, потому что клиент сделал покупку меньше, чем он может рассчитывать на кэшбэк. Понятно? То есть таким образом вы не занимаетесь суетой, беготнёй, закупками, раздачей продукции. Вы только оформляете карту клиента и рассказываете клиентам, как выгодно им делать покупки хотя бы на 50 баллов, потому что делая покупку ежемесячно на 50 баллов, клиент получит и кэшбэк 10%, а это приличная сумма, и на 7-й месяц он получит подарок. Очень даже солидный, около 100 рублей стоимостью. Далее, еще раз посмотрим, как расчеты идут. Что я хочу, чтобы вы прямо запомнили все эти цифры и легко могли в них ориентироваться. Итак, клиент зарабатывает вот такие проценты. Вы же зарабатываете с клиентов вот такие, соответственно, от 30 баллов, от 50, от 100. Доход рассчитывается как процент от суммы заказов. И если вы заказ проводите через свой регистрационный номер, то есть бывает такое, что клиент говорит, мне срочно, то есть не зарегистрированный клиент, просто говорит, ой, мне срочно нужны какие-то витаминки. Вы ему даете номер своей карты, человек заходит в магазин, если у него рядом где-то есть магазин компании, и делает покупку на вашу карту, вам начисляются и баллы, и 25% кэшбэк. Представляете? То есть вам выгодно и оформлять карту, и просто давать номер своей карты, если человек не хочет регистрироваться, пусть он заходит в магазин и покупает на вашу карту, при том, что он нигде не фигурирует. Просто зашел, купил, отдал денежки, забрал продукт, а вам на следующий день все прибавляется. Итак, выгода клиентов по клубу постоянства. Вот здесь прям внимательно смотрите, это отличная мотивация для увеличения товарооборота, потому что если клиенты понимают, насколько им выгодно, насколько им привлекательно делать заказы на 50 баллов, то они будут это делать, скорее всего. Итак, мы повторили еще раз кэшбэк клиента. Итак, если клиент делает 50 баллов 6 месяцев подряд, получает подарок на сумму 99,3 рубля, а если будет делать в течение года, то смотрите, что он получит. Кэшбэком получит 98,4 белорусских рубля и два подарка суммарно 198,6. Итого 297. А сумма заказов за год будет на 984 рубля. Представляете, как это выгодно? Так, и еще раз повторяю, клуб постоянства для клиента – это любой подарок, если 6 месяцев подряд делать заказы на 50 баллов. Итак, заказ клиента на 82 белорусских рубля – это 50 баллов. Клиент получает 10% – это 8,2 рубля, а вы получите 12,3 белорусских рубля. Если клиент не регистрируется, а делает заказ по вашей карте, то вам идет полный кэшбэк – 20,5 рубля. Вот и все. Так, далее, давайте посчитаем. Если у вас 10 клиентов, привилегированных заказами на 50 баллов, ваш кэшбэк 15% с каждого, это 12,3 рубля. Получается, что вы суммарно заработаете 123 рубля, если у вас будет 10 клиентов с заказами на 50 баллов. Но это еще не все. Партнеры получают дополнительно, участвуют в премиальных и бонусных программах и получают доход со структуры до 37%. Итак, давайте разберем. Первое, что получает бизнес-партнер, это также участие в клубе 200. 6 месяцев подряд размещайте заказы на 200 баллов, начиная с первого месяца регистрации. И имеете доступ к этой уникальной программе, где вы можете на сумму 1188 рублей взять бесплатно любую продукцию, которая вам понравится. Также вы можете участвовать в клубе 1000. Вот этот клуб вы делаете либо лично своими баллами, 1000 баллов нужно сделать, либо вы плюс ваши привилегированные клиенты. Вы делаете суммарно такие вот покупки на 1000 баллов. То есть вы 1-200 и, например, 4 клиента за покупками на 200 баллов. Итак, как это работает? Смотрите, вы
Получаете сертификацию на продукцию Siberian Wellness, если делаете 1000 баллов каждый месяц. За 1000 баллов одна снежинка. И смотрите, если вы накопили 3 снежинки, то вы можете тут же обменять на первый сертификат 300 рублей и взять любую продукцию. Вы можете копить дальше, не менять сертификат, накопить 6 снежинок, у вас будет 600 рублей сертификат. Если 10 снежинок накопите, то 1100, а если 12 снежинок, то 1600. Конечно, выгоднее копить весь год и потом сразу взять крупный сертификат и набрать себе, мне кажется, годовой запас продукции. Либо взять то, что вы давно хотели, например, коллекцию ароматов или декоративную косметику, то есть все, что вы захотите. Если же вы один месяц прерываетесь, то до конца года вы в этой программе участвовать не сможете. Только со следующего календарного года, если программа не изменится. Итак, продолжаем дальше. Какие выгоды, да, дают вам еще привилегированные клиенты? Мы еще раз повторяем, что это кэшбэки. Вы видите, сколько ваша прибыль, да, какие проценты. И если ваши клиенты замотивированные и делают с удовольствием покупки, то вам легко организовать себе снежинку. Участвуйте в клубе 1000, это выгодно. Я сама участвую. В этом месяце поменяла первую снежинку, взяла себе набор Nutrition, Neurovision, как раз серию. Я очень хотела как раз эти витамины, это натуральные витамины, большой бокс. Найдете его на сайте, и это очень круто, получить его бесплатно. Далее, бонус наставника. Это очень высокоприбыльная такая система, когда вы приглашаете партнеров, и они делают покупки. Именно бизнес-партнеры. То есть мы сейчас закончили с привилегированными клиентами. Мы говорим, что если к вам в команду регистрируются люди как бизнес-партнеры и делают заказы на 100 баллов, то вы получаете за такого партнера 82,5 рубля в течение 3 месяца подряд. То есть если ваш партнер делает 3 месяца подряд по 100 баллов, то вы будете 3 месяца подряд получать за него такую денежку. Если же партнер делает 200 баллов в течение 6 месяцев подряд, начиная с месяца регистрации, то вы будете получать 55 рублей за такого партнера ежемесячно, то здесь 27,5, а здесь в 2 раза больше. Ну, почти, да, в 2 раза больше. Итого за полгода вы получите 330 белорусских рублей. Представляете, как это классно? Что важно? Важно фиксируется, как зашел партнер. Например, если он зашел на 100 баллов, это зафиксировалось. И даже если он в следующем месяце сделает 200, вы не получите вот эту сумму, вы получите все равно 27,5 рублей. Если же партнер зашел на 200, а потом спустился на 100, то вы перестаете получать. Поэтому ваша задача мотивировать ваших партнеров, рассказывать им про клуб 200, про выгоды, размещать заказы 200 баллов и больше. Подключить их к нашей системе обучения, чтобы они умели легко делать эти заказы, не своими деньгами, а чтобы они легко получали заказы от клиентов, ведя интересно и продуктивно клиентский чат, потому что эта технология у нас в команде очень круто работает. И серьезные партнеры, кто действительно прошел обучение и хочет результата, они все получают результаты. Итак, давайте посчитаем 10 новых бизнес-партнеров с онлайн-покупками на 200 баллов, и ваша выгода будет 3300 белорусских рубля за полгода. Представляете, как это классно? Поэтому стремитесь привлекать, конечно, бизнес-партнеров сразу серьезных с активными заказами от 200 баллов. Давайте посмотрим, как же вы получаете процент с товарооборота команды, потому что мы об этом говорим, что товарооборот мы организуем как своими баллами, так и баллами клиентов и партнеров. Все суммируется. Помните, я вам вначале сказала, что мы за одни и те же действия 2 раза получаем деньги. Первый раз мы получаем с клиентов кэшбэк, разницу кэшбэка, а с партнера бонус наставника. А второй раз, когда все эти баллы суммируются, да, это второй раз, когда вы с клиентами баллы суммируются, вы еще и снежинку получаете,
И третий раз, когда все баллы суммируются, и вы получаете еще процент с группового товарооборота. Давайте посмотрим. Первый ранг – это бизнес-тим 1000. Мы суммируем заказы. Вот, например, у вас есть клиент, партнеры первой линии, может быть, это клиенты. Есть клиенты и партнеры второй линии, третьей, четвертой. То есть все баллы суммируются. И если вы набираете 1000 баллов от 1000, то мы подставляем формулу. 1000 баллов умножаем на 12% и умножаем на 0,55. Чуть дальше будет эта формула. И вы получите 66 белорусских рубля и выше. То есть если товарооборот, например, не 1000, а 1200, 1400, 1500, то есть до 2,5. Давайте посмотрим побольше, подальше. Итак, повторяем, что двойной доход вы получаете с заказов клиентов и также со структуры до 37%. Первые умные деньги. Размещаете заказы, увеличиваете число привилегированных клиентов, участвуете в клубе 200, в клубе 1000. Они вместе, кстати, параллельно участвуют. И у вас появляются первые партнеры с заказами 200 бонусов, баллов, и вы получаете бонусы наставника и достигаете первого ранга бизнес-тим 1000. Давайте посчитаем. Личный объем 200 баллов вам дает кэшбэк 87,5. Это все надо будет плюсовать. Далее, вы подключили первых двух партнеров, и они вошли в клуб 200, вы получаете с каждого по 55, итого 110, прибавляете к ежемесячному доходу. Также у вас появились новые 4 привилегированные клиента, которые подключились к клубу 200. За их покупки вы получите кэшбэк 15, 10%, это 140 рублей. А за товарооборот всей команды, которая составит 1400 баллов, вы получите 92,4. Итого ваш доход за первый месяц работы составит 429,9, почти 430 рублей. Представляете? То есть это можно сделать уже в первый или край во второй месяц работы, серьезной, активной работы. Как вы видите, что здесь не очень много людей нужно привлекать, невысокий уровень покупок, когда можно, да, выбирать. Кто-то выберет быть клиентом, кто-то бизнес-партнером. Также бизнес-партнер может выбрать остаться на 100 баллов, просто иметь повышенный кэшбэк и доступ к обучению, а потом уже раскрутиться и пойти дальше. Также люди могут выбирать сразу идти по клубу 200 и приглашать к себе в команду людей. То есть нужно начинать быстро, энергично, да, вот с такой с душой рассказывать о компании, о перспективном маркетинге, который дает максимальное количество выгод. И вы сразу участник двух клубов. Клуб 200 вам даст возможность приобретать наборы продукции. И клуб 1000 вам тоже дает сертификаты. Это же тоже доход. То есть мы все суммируем. И следующий уровень после клуба 1000, ой, после бизнес-тим 1000, бизнес-тим 2500. Тут товарооборот всей команды 2500 баллов. Около 4375 белорусских рублей. Почему около, я вам объяснила ранее, что балл может быть немножко дешевле, то есть меньше стоимость. Это касается продукции спортивного питания. И средний доход в месяц здесь уже 450-550 рублей. Дополнительные возможности. Вы можете пройти по быстрому старту. Это дополнительные бонусы, помимо всех других. То есть если вы на четвертый месяц выходите на ступеньку 2500 баллов, то вы получаете сертификат на 300 рублей на покупку продукции компании. Далее. Бизнес-тим 5000. Товарооборот всей команды 5000 баллов или 8750 рублей. Средний доход в месяц от 900 до 1100 рублей. И новая квалификационная награда. Сертификат на 650 рублей на покупку продукции компании. Далее, нужно выйти на эту квалификацию на пятый месяц, и так, если по быстрому старту, и тогда вы получаете бонус 700 рублей. С этой ступени вам открывается возможность участвовать в программе путешествий. Об этой программе вы также можете узнавать у своих наставников или на сайте компании. Вся эта информация в открытом доступе в бэк-офисе.
Следующий уровень – бизнес-тим 10 тысяч. Товарооборот 10 тысяч баллов или около 17 500 рублей. Средний доход в месяц 1300-1600 рублей. Квалификационная награда – сертификат на 1300 на покупку продукции. И если вы идете по быстрому старту, то есть на 6 месяц, уже выходите на эту квалификацию, то вы получаете бонус 1300 белорусских рублей. И, конечно, программа путешествий тоже здесь включается. И значки. Я вот не рассказывала, что на каждой квалификации вы получаете один значок выше, выше, выше уровня. Следующая квалификация – бизнес-профи. Вот как раз я сейчас закрыла эту квалификацию и могу вам точно рассказать, что я здесь получаю. Товарооборот команды от 20 тысяч баллов или 35 тысяч рублей. Средний доход 2200-2700 рублей. Квалификационная награда – это поездка на производство в Новосибирск бесплатно от компании. То есть мы своими глазами увидим, как это все происходит. Плюс золотой квалификационный значок дарится. И вы становитесь участником автопрограммы. То есть существует такая программа, в которой вы выбираете любой автомобиль из салона. Вы можете взять автомобиль за свои деньги, в рассрочку, либо в кредит, то есть оформляете кредит. Забираете автомобиль, оформляется он на вас. То есть это не в залоге у компании, не собственность компании, это ваш автомобиль. А компания вам будет выплачивать автобонусы каждый месяц в зависимости от прироста. Вот зафиксировали, например, 20 тысяч баллов, а в следующем месяце вы приросли на 5 тысяч баллов. И вот на это количество баллов вам компания заплатит дополнительно к зарплате, ко всем бонусам, к сертификатам еще один бонус авто. Я сама уже забрала свою машинку из салона. Я выбрала китайский автомобиль Cherry Omoda. Это новая такая молодежная линейка. Мне понравился автомобиль, полной комплектации. Моя команда приезжали меня поздравлять. Мы вместе забирали автомобиль. Это, конечно, невероятное ощущение, когда ты получаешь, можно сказать, подарок. Потому что первый месяц я уже прирастила свою команду на 14 там с хвостиком тысяч баллов, и соответственно мне компания перевела денег на оплату кредита, которых практически на 3 месяца хватит, да, чтобы погашать этот кредит. Но я решила чуть раньше заканчивать эту программу. Итак, для получения квалификационных наград вам необходимо не только выполнять норму общего оборота, но и соблюдать правила, чтобы да, гармонично развивалась команда, чтобы правильно выстраивалась геометрия структуры. Об этом с вами будет говорить ваш наставник, чтобы у вас не было перекоса, потому что если вы не выполняете вот эти вот пропорции, то вы будете терять в деньгах. Поэтому важно, чтобы у вас была широкая первая линия и глубина прорастала. Находить активных партнеров среди тех, кто приходит. Бывает даже, что люди приходят просто попробовать продукцию для себя, а потом им так нравится, что они хотят развивать здесь бизнес. Поэтому не уставайте рассказывать людям о преимуществах быть именно бизнес-партнером, чтобы зарабатывать деньги и развивать свой бизнес. Реализовывать свои мечты, свои цели. Вы знаете, у меня просто вот настолько эмоции переполняют, как это здорово, когда ты принадлежишь себе, когда ты сам выбираешь, что делать, как жить, как тратить деньги, не экономить, а именно жить, вот жить полной жизнью. И в этой компании я нашла именно вот все, что я хотела бы, потому что я в сетевом маркетинге уже долго, я была в одной компании, 23 года, но у меня не было таких результатов. Я о них мечтала, я хотела, чтобы была такая классная программа для новичков, для партнеров, для клиентов, чтобы была настолько классно организована логистика. Здесь легко и просто развиваться. И классный востребованный продукт, на который идут потрясающие отзывы. Итак, дальше. Чем дальше, тем интереснее. Я хочу с вами немножечко поподробнее разобрать вот эту формулу, чтобы вы могли уметь считать свои деньги. Итак, смотрите, формула расчета, она выглядит вот так. Бонусные баллы
Подставляем формулу, умножаем на процент и умножаем на 0,55. Вот эта цифра не меняется, а вот эти меняются в соответствии от уровня. Например, вы на уровне бизнес-тим 1000, но здесь может быть не 1000 баллов, как я говорила, а 1400, 1800, 1999. То есть вы именно баллы за месяц подставляете в эту формулу, умножаете на процент, умножаете на 0,55 и получаете свой доход. Со структуры только. Далее. Если вы вышли на новую ступеньку бизнес-тим 2500, то у вас уже 19% выплата. Соответственно, мы в эту формулу подставим 2500 на 19 на 0,55. В этом случае, где у нас бизнес-тим 5000, мы подставляем формулу уже 5000 баллов и 25%. На 10 тысяч мы подставляем сюда 10 тысяч и 31%, и максимальный процент выплаты начинается с уровня бизнес-профи, это 37%. То есть сюда ставим 20 тысяч баллов, умножаем на 37% и также на 0,55. То есть вот эту формулу вам нужно просто записать себе, чтобы вы могли потом легко посчитать для своих партнеров примерно сколько они заработают, если будут прирастать на какое-то количество баллов. Еще раз покажу вам пример расчета. Вот так выглядит структура. Она может быть очень большая, ширина, в глубину прорастать, потому что структура состоит из разных людей, клиентов и партнеров. И вот если в вашей структуре, например, вы вышли на уровень бизнес-профи, а в вашей структуре есть бизнес-тим 10 тысяч, бизнес-тим 5 тысяч, 2500, 1000 и бизнес-партнер с заказом 200 баллов. Вы должны понимать, что когда на всю вашу организацию начисляется 37%, а под вами есть уже серьезные линии, да, ветки, то они заберут свой процент, а вы забираете разницу. То есть сколько вам остается. Посмотрите по этой табличке, я не буду прочитывать эти циферки, вы просто их сами прочитаете и увидите, сколько, с какой ветки вам идет доход. Ну и это еще не все. Чем дальше, тем интереснее. Есть еще также квалификация «Бизнес-лидер». Чтобы выйти на эту квалификацию, нужно товарооборот 40 тысяч баллов всей команды. И чтобы у вас была одна ветка «Бизнес-профи», то есть чтобы один партнер вышел на уровень «Бизнес-профи» 20 тысяч баллов, тогда вы выходите на «Бизнес-лидера». Здесь у вас доход уже в месяц от 3,5 до 4,5 тысяч рублей. Награда квалификационная просто на обучение 3300 рублей. Золотой квалификационный значок. И также вы участвуете в лидерской тусовке. Если вы идете по быстрому старту, то на 10 месяц вы получите бонус дополнительный 4750 рублей. И премия за каждую новую ветку бизнес-профи 3300 рублей. Также автобонусы продолжаете получать. И еще S-бонус. S-бонус, про него чуть позже, да, я сейчас сегодня не буду на нем заострять внимание, потому что это бонус еще, если в вашей команде делают покупки премиальной линейки серии Nutrition, то вы получаете дополнительные бонусы. Далее, Sapphire, бизнес-лидер, товарооборот структуры 100 тысяч баллов. Из них групповой оборот без веток бизнес-профи должен быть 10 тысяч баллов обязательно. И минимум у вас должно быть 3 ветки бизнес-профи. Тогда у вас средний доход в месяц будет от 6 до 7 тысяч рублей. Квалификационная награда на улучшение жилищных условий. То есть мы уже забрали автомобиль и сейчас уже готовы забирать жилье, да, новое жилье. 30 тысяч белорусских рублей на улучшение жилищных условий. Плюс золотой значок с сапфиром. И если вы идете по быстрому старту, то есть на 12 месяц выполняете эту квалификацию, то получаете бонус 8200 рублей и премия за каждую ветку 3300 рублей, новую ветку. И также продолжает вам выплачивать автобонус и S-бонус за продукцию. И вот эта квалификация, к которой я стремлюсь. Я хочу выполнить эту квалификацию в течение года, то есть это мой план. То есть на этой квалификации нужен товарооборот всей структуры 200 тысяч баллов. И нужно 5 веток бизнес-профи. Средний доход в месяц от 13 до 15 тысяч рублей. Квалификационная награда 150 тысяч, это
за достижение нового уровня. Значок с рубином золотой. И если по программе быстрые старты идти, то еще дополнительно 16 тысяч рублей. Представляете, какие это деньги, ребят? Это просто премия за каждую новую ветку. Также 3300 рублей, плюс S-бонус. И здесь уже начинается выплачивать еще дополнительный S-VIP-бонус. Дальше еще интереснее. Да? Я вам просто покажу, что карьерная лестница, вот она идет здесь от 5000 бизнес-тим и Infinity Leader. То есть это очень серьезная квалификация, но о них вы уже узнаете более подробно. Я не планировала в этом видео вам давать уже такую большую объемную информацию. Ваша задача сейчас принять эту информацию, которую я вам рассказала, и принять решение. Вы заходите как клиент или как партнер. Вы будете идти по быстрому старту или своим размеренным темпом. Это только ваше решение, потому что это ваш бизнес, это будут ваши деньги, ваш доход, улучшение жизни вашей семьи, вообще в целом вашей жизни. Это совершенно другие уже горизонты открываются. Развитие, рост, все вам будет обеспечено в этой компании. Поэтому я вам желаю успешного, мощного старта. Развивайте свой бизнес, растите, зарабатывайте с каждым месяцем больше и больше и помогайте другим людям также увидеть перспективы, которые открываются в партнерстве с компанией Siberian Wellness. А я вам желаю успехов и мощного карьерного роста. До встречи!